Всем привет, это Сафер. Продолжаем играть за Гнола. Я все еще болею, поэтому комментировать будут меньше, чем обычно, и иногда дурацким голосом. Так, погнали продолжать. Короче, остановился я на 12 уровне, побегал. В принципе, ничего особо такого впечатляющего я так и не нашел. Почти все слоты заполнены, кроме ботинок. Кстати, ботинок нет. Есть бронька, но она тяжеловата, честно говоря, для меня. Я подумываю о том, чтобы от нее отказаться, на какую-нибудь троллиную шкурку перейти или что-то в этом духе. Я почти точно пойду в Шаалс, поэтому надо к ним путь зачистить. И заодно, наверное, параллельно дорогу на выход из логова тоже можно зачистить, потому что у меня куча денег, и, возможно, стоит отправиться. Так, сейчас, нет. Что, через эту лестницу нельзя назад отправиться? Ну, даже если считать, что гидру можно грохнуть. Не, можно, нормально все. Просто как-то придется гидру убить, в остальном типа без проблем. Кстати, я не знаю, я умею вообще гидру-то убивать. Какие-то у меня сомнительные полезности заклинания. Так, а что еще в магазине-то есть? Есть кожаная броня. Ну, мне в любом случае стоит куда-то деньги потратить, прежде чем... Ну, в Шаалс можно тоже зайти, чекнуть, просто вход посмотреть. Это в целом ничего такого нет. Ладно, тогда, короче, пробиваюсь к Шаалсу и потом... План готов. И потом на выход из логова пытаюсь выйти. Ну, отряд лягушек это... Так, ну так, короче. То есть, нет, я их убью, это все без вопросов. Куда они делись-то? Идите сюда, грязные твари. Проблема в том, что эти лягушки опыт приносят, и я довольно сильно в опыте ограничен. Так, у меня есть где-то ножик. Кстати, я сразу выкину бесполезное кольцо, копье, которым точно не буду пользоваться. Это тот копье хаоса. Наверное, даже не стоит проверять. Я с трудом представляю, что там такое может быть. Настолько полезно, чтобы я захотел предпочесть эту штуку. Так, ну... Где моя эта, которая класс брони поднимает? Оу. Ой. Ужас. Хочу, чтобы... Ладно, не могут они никак добить эту змею. Но
меня есть реген, у меня довольно высокий класс брони, поэтому вместе с двумя змейками я все-таки верю, у нас все получится. Так, еще на самом деле есть у меня мысль Гастронока грохнуть, потому что он ходит в своей родной шляпе, и она могла бы мне быть полезна. Мне не хватает резиста к магии довольно сильно, и был бы у меня этот резист, был бы попроще. Выучил танцующее оружие, с помощью него можно попробовать отбирать будет мечи у всех этих мерфолков, которые мне на дороге встретятся. Ну или не у всех, а у кого-то. Короче, посмотрим, не знаю. Я чуть-чуть перегеню. Хотя бы здоровье, наверное. Ну и был бы я под инвизом, короче, я бы тут всех раскидал. Проблема в том, что я не под инвизом. И под инвизом вряд ли буду. Но можно наделать шуму и заставить всех прийти сюда. У меня довольно много зарядов от этого посоха, поэтому пострелять — это тема. Он там сейчас, когда стреляешь через огонь, там дым появляется. Ну не дым, это пар называется. Вот, и от пара он сейчас страдает. Так, ну пока получается, наверное, нет смысла стрелять. А куда он делся? В логе ничего не написано. Если что-то пойдет не так, я всегда могу ее парализовать с вероятностью 50%, поэтому дела довольно неплохо обстоят. Так, каким оружием-то я ее буду бить? Неужели этой штукой? Ну, короткого меча 6 базовый урон, плюс 4 точность. Копья точно такой же 6 базовый урон, 4 точность. Базовая атака делает 1 и 1. И у короткого меча тоже 1 и 1. Ну, то есть получается, что это копье, наверное, лучше, чем короткий меч. Ну, вот этот, в принципе, вариант. А еще есть вариант спуститься на ту сторону.
Так, а что произошло? Кто там силу-то накинул? Ну, типа, видимо, это мой обожаемый этот хом. Мне 25-й класс брони стал, но она сильная. Поэтому... Ну, то есть, типа, опасно. С другой стороны, у меня здесь есть два приятеля, которые тоже мне будут помогать ее дамажить. Немного денег мне насыпали. Мне довольно дофига денег. Да, в принципе, и место для опыта тоже еще точно так же довольно дофига. Но идти к оркам за магазинами. Непонятно, короче. Так, еще, кстати, в мои планы входило выучить инвиз. Ну, кстати, насчет орков можно посмотреть, сколько стоит орк Warrior, сколько стоит. Ой. Вообще дешевка. Можно пачками валить. Так, орк прист. Не, ну в смысле не этот, ладно. Так, кто здесь? Ну вот этот, допустим. Ну и рыцари тоже парочку крохот придется. 500, 600, половина гидры. Ну, наверное, даже не знаю. Мне кажется, стоит сходить в магазин корком. Ну, посмотреть, по крайней мере, что там у них как. Значит.
Короче, я тут объясняю свой стратежный план о том, что я все-таки планирую в инвиз выйти и с помощью инвиза с шалса зачистить. Так, ну у меня есть свиток снять проклятие, поэтому, наверное, я ничего особо не теряю от того, что попробую. Ну, прямо сейчас мне это не нужно.
Да в целом, не, ну даже не знаю, читать. Я думаю, я готов потерять, чтобы там. Ну хотя, если там уязвимость, будет не очень круто. Ладно, пока немножко сумки подержу. Теперь меньше необходимости возиться с гастроноком, потому что ой, чатик этот. Для того, чтобы стелс был побольше, я в руки беру вот это копье. Ну, этот варк как бы намекает нам на то, что, скорее всего, там орки. То есть, типа, я в правильном направлении двигаюсь. Но получается, я должен там сражаться, иначе, а как я пройду? Никак не могу определиться, где меньше опыта. Так, ну это тень всего лишь. Ну ок. Статуя, так статуя.
Ну, кстати, это интересно тоже. Робо, который дает магическое сопротивление. Вполне возможно. Довольно дорогой по XP орк. Вначале посмотрю, может, в этой стране есть что-нибудь менее... Попроще, короче, что-нибудь... Не, я думаю, лучше гарантированный проход к лестнице, чем там непонятно зачем зачистка половины этажа. У него есть болт огня и негативной энергии, у меня нет резиста ни к тому, ни к другому. Паралич с вероятностью 20%. Кстати, какое сопротивление у этого орка-волшебника? Просто чтобы я понимал, 20%. Сорок у него. То есть вот этими 20% я типа буду иметь дело... Ух. Какое неполезное заклинание. Так, ну ладно. Что с ним делать-то буду? Могу одеть броньку защиты от огня? Так, ну, теоретически. Не, ну от огня будет защита. Я просто ножик переодену и все. Ладно, вроде можно ничего не делать. Ладно, в принципе, я сейчас подожду, когда он сюда придет, выскочу, и нормально все должно быть. Затабаю его. Что-то как-то не сильно я его табаю. Но роб-резисток магии тоже хочется с собой забрать. Ядовитый топор, наверное, нафиг идет. Эта дубинка тоже нафиг идет. Так, ну и плюс надо как-то заигнорить эту именную тетку, которая тоже тут теперь бродит. Кстати, какие-то небольшие лаги появились. Так, что у меня есть? Какие дистанционные заклинания?
Так, ну, очевидно, я не тем оружием сражаюсь. Хотя здесь топор как раз бы зашел неплохо. Но на предыдущий этаж это совсем не круто уходить. Не, ну а как иначе? Тихонько крадусь на второй этаж. Так, ну здесь тоже продолжается какая-то движуха. Ой, жуткий кашель. Немного регенюсь. Хорошая была попытка. Прям я оценил. Так, у кого тут... А, на полу валяется оружие дисторшена. Я не хочу тратить какие-то параличи просто, поэтому...
Так, ну в этой стране не похоже, что было какое-то логово. Ну, в смысле, где магазины главные лежат. Так, на всякий случай отойду и прикажу вот так сделать. Да, что-то тут дамаг у меня просто нет. Лучше, наверное, отступать. Потому что с ними надо по одному сражаться. Такую большую толпу я не потяну. Так, сейчас, секундочку. Я зачем вообще приготовила? Так, меня тут немножко отвлекали. Так. Как-то мой этот Бук не сильно мне помогает. Кстати, сколько тролль стоит экспы? Триста. То есть три тролля это как гидра. Но довольно много. Так, а что за лаги? Я не хочу, чтобы лаги были. Тролли это что-то слишком круто для меня. Не могу я их никак продамажить. Вот этим может.
У меня довольно много пушечного мяса, которое в состоянии заблочить каменные эти броски, поэтому должно быть все в порядке. О-о-о. Это мне этот пак огров убивать двухголовых ради того, чтобы до магазина добраться. Сколько один двухголовый огр строит? А, ну ладно, не так много. 270. Ну, пусть за мной бегут. Так, ну ладно, я у всех пушки отбираю. Кто-то им там еще хасту раздает. Не, в любом случае, надо валить. Правильный ответ в этой... Лич. У меня форма лича. Рилли. А что форма лича? Форма лича у нее, по-моему... Милишная атака довольно хороша. Или я тут сейчас слишком много опыта набираю? Но я могу полностью точно скипнуть первый весь этаж этих шаалсов, поэтому может и норм. Так, ну что-то тут какой-то беспредел начинается с экспой. Слишком много опыта тут. Или я могу как-то задоджить это все? Сколько вот, например, Deep Troll стоит? Deep Troll 700. Ёлки-палки, одного такого грохнешь, как... Можно попробовать здесь их обмануть, обойти, но это я должен отдать два заряда палки-копалки, и значит я не смогу копать на последнем этаже шаалсов, а я хотел бы этим заниматься.
Так, есть большой щит. О, ботинки. Беру, не глядя. Что-то больно, а можно не надо? Он мне подарил типа еду с расчетом на то, что я, наверное, лич. Так я-то не лич, мне вообще плевать. Так, ну вот теперь вещи становятся гораздо проще. Теперь мне не нужно извращаться. Да, в принципе, вообще ни с чем не нужно извращаться. Идите, деритесь. Паралич 20%. Ну, ок, допустим. Допустим, я сделаю так. Так, ждем. Можно. Не, реген даже не буду на себя вешать. Получается, весь этот возврат с интеллектом мне нафиг не нужен. То есть я получил возможность становиться невидимым. Это был первый кусочек пазла, который должен был сложиться для того, чтобы я в Шуалс полез. Ботинки я нашел. Так, ну этот меч я тоже не буду использовать вообще практически ни при каком раскладе.
Вполне возможно, стоит попробовать с другой стороны зайти. Так, ну здесь всего лишь один орк.25 урона — это довольно мало.
Что-то какая-то дороговатая книжка. Ну вот, Lightning Spire нашелся. И Mono Viper тоже есть. Ну, я вот чекну на всякий случай все остальные книжки, просто чтобы понимать, что у меня есть, а то я так, может быть, даже и запомню это дело. Так, ну теоретически... Короче, пойду еще гастронока грохну, потому что резист на шляпе штука полезная. Так, ну, чтобы его грохнуть, я думаю, может, еще Summon Mono Viper тоже изучить. Типа, опасно колдовать, но я могу снять свою броню. Помню, я отсюда пришел. Так, сейчас, секундочку. Ой, спасибо. Я еще... Спасибо, все пригодится. У меня тут это... Короче, дети с женой уехали к моей бабушке. А другая бабушка меня сейчас кормит. Мне тут принесли такое количество еды. Просто поражаешься. У меня столько всего вкусного. Так, на втором этаже находится гастронок. Ну, в принципе, далеко туда идти от обоих лестниц, поэтому большой разницы, наверное, нет. Так, насколько я помню, этот засранец как раз, в правильной шляпе,
правильной нужной шляпе. Так, я думаю, роб архимага или троллиная броня. Ну, троллиная броня — это же фигня, правильно? Наверное, роб архимага. Я почти уверен, что эта гидра помешает мне сделать свое грязное дело, поэтому... Регеню ману.
Так, ну ладно. Короче, у меня тут просто еда стынет. Так, ситуация по очкам какая на четвертой неделе? Короче, я где-то еще в этой, в том самом месте, но хотя бы я получил несколько самонов, и теперь могу более-менее эффективно монстров убивать. Ну, в смысле, теряю экспу за счет того, что самоны всех убивают. Ладно, короче, на этом пока все. Продолжение следует, и всем пока.